Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Star Viking Forever. Поехали! Так, поздравляем, вы начали массовое сражение из-за пустяка. И если мы хотим вернуть себе корабль, нам надо попасть в отсек управления. Понятно. Так, дополнительный квест. Золото куда полезнее, чем подпорки для стола. Так почему бы вам не собрать еще чуток? Хорошо, попробуем собрать, переходим вот на эту миссию. Это финальная разборка. Неожиданный поворот событий. Нам нужно пройти всего лишь 5 этапов. Я думаю, что у нас это получится. Так. Чтобы пройти этот уровень, вам нужно пройти 5 этапов. Ну, я уже понял. Так, давай посмотрим. Во-первых, я тебе могу сказать с точной уверенностью, что нам нужно начать вот с этого охламончика. Во-первых, нам нужно его, судя по всему, отодвинуть. И я даже не уверен, что именно сюда. Так, а если мы... Смотри, смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Я подожди-ка. Я бомбану сюда, и пошла цепная реакция, так? Так, давай попробуем. Поехала. Так. Ага. Я, честно говоря, немножко другого ожидал. Ну да ладно. Давай тогда попробуем еще отодвинуть его вот сюда. И теперь нам нужно бомбануть вот сюда. Давай-ка попробуем этот фокус. Даже вот сюда. Даже вот сюда. Так. Понеслась, понеслась. Отлично, вот теперь все у нас сработало как нужно. Ну, я думаю, этот парень у нас справится, да? И мы тоже с вами справимся. Просто стрельнем разочек. Все, проходим дальше. Это был у нас первый уровень, нам нужно пройти 5. И что же нас поджидает здесь? Жалко, что я не могу улитку, ребята, повернуть в нужную мне сторону. Она в данный момент вообще мешается, если честно. Вообще мешается, и... И мы не можем с вами также издалека отодвинуть, да? Здоровья у нас хватит? В принципе, вполне. Слушай, а может быть, можем? Давай проверим, я же не проверял. Нет, бесполезняк. Улитку трогать бесполезно. Хм, тогда мы сделаем вот так. Бесполезно, конечно, все это дело было, но да ладно. Так, по здоровью ты, в принципе, потянешь. Ты справишься, я верю в тебя. Если мы стрельнем вот сюда, это пойдет по цепочке, да? Но тогда нам нужно вот этого вот олуха подвинуть вот сюда. Давай-ка мы так и сделаем. Вот тебя сюда сдвинем. Отойти мы уже, к сожалению, не сможем, да? А вот бомбануть я, пожалуй, с удовольствием сделаю. Поехали. Так. Ага. Пока все хорошо. Куснул, да, куснул, я не спорю, ребята. Добиваем. Так, естественно, заберем золотишко. Это все нам пригодится. И надо будет стрельнуть. Давай. Ой, нет, ребята, не то, не то я сделал маленько. Погибнет, да, сейчас он у меня? Нет, мы можем спокойно стрелять. Все, продвигаемся дальше. У нас, правда, мало здоровья. Очень мало, и как-то нужно держаться. Так, а вот здесь смотри-ка, что происходит. Вот этих вот, естественно, нам придется в рукопашку бомбить. Хм. Не хотелось бы, на самом деле, если мы с вами вот сюда стрельнем. У нас энергии хватает? Пока хватает. Давай попробуем. Вот сюда я бомблю. Так, пошла цепная реакция. И на этом закончилось, да? Этого мы сможем просто расстрелять. Так же, как и вот этого. А вот тут-то у нас будет все намного плохо. Все намного плохо, потому что наш Плутон или Платон, он не справится здесь с этим заданием. Он его бомбанут, ребята. Если вам это интересно, его бомбанут. Так, я могу стрельнуть вот сюда. Один разочек. Давай попробуем, посмотрим. Так, они друг друга покусают. Соответственно, я смогу их забомбить. А если я выстрелю сюда? Не варик. Ребят, не вариант. Хотя, знаете, что мы можем сделать? У нас 4 хп, да? 4 хп. А что ж такое-то? Вот не хватает мне буквально 2 зарядов энергии. Но мы можем, знаешь, что сделать с тобой? Раз не хватает, можем воспользоваться вот этой штукой. Да, вот теперь у нас все будет намного лучше. Так, если я стрельну сюда, он бросит, этот погибнет. Не успеет бомбануть, да? Нет, не успеет.
Тогда как вариант... Слушай, мало вариантов у нас на самом деле, каких-то хороших. В общем, сделаем так. Стрельнем сюда. Ага. Стрельнем, пожалуй-ка, вот сюда. Замечательно, золотишко я заберу. Так, этих я добью. И у меня еще есть, да, один выстрел? Есть. Хорошо, давай тогда мы сделаем с тобой вот так. Отлично. Ну что, ребята, вот этих мы с вами добиваем. И там уже будет у нас Платон дальше бомбить. Единственное... А нет, все хорошо. Все у нас хорошо, здесь у них по одной хпшке, поэтому разбираем без проблем. И проходим дальше. Это была третья миссия. Еще две впереди. Еще две впереди. Почему вы смотрите друг на друга, а, улиточки? Я, кажется, понимаю, зачем, да? Мне нужно выстрелить вот в эту, она сюда бомбанет. Этот бомбанет вот сюда. По идее, должно быть вот так. Ну, проверим. Мы проверим с вами мою теорию. Хотя, подожди, может быть, нам лучше подвинуть его сюда поближе? А зачем? Хм. А надо попробовать, ребят, надо попробовать. Мы его... Или же вот сюда сдвинуть. Так. Ха-ха-ха, хитро. Значит, меня вот это тогда будет бомбить, да? Здоровье здесь отнимется. Давай хорошенько подумаем, как лучше сделать. Или нам вот здесь вот бомбануть. Или же... Да чтоб тебе. Попробуем такой вот, ребят, с вами раскладик. Я стрельну сюда. Я, кажется, сделал большую ошибку. Сейчас я сделал большую ошибку, потому что надо было... Ну-ка... А, он обратно же не сможет его подвинуть, да? И здесь нет такой штуки, чтобы отменить ход. Жаль, жаль, очень, ребята, жаль. Давай тогда так сделаем. Да, я так и думал. Я так и думал, что именно вот здесь мы с вами и лопухнемся. Оно и произошло. Три здоровья. Давай уничтожим. Соответственно, сейчас просто бомбанем. И у нас очень останется мало здоровья, ребят, с вами. Очень мало. Так, давай, Платоныч, бомби. Так, и последний разок бомбани. Все, переходим на последний с вами уровень. Да, не все так просто, как хотелось бы. Нужно правильно все здесь обдумывать. Помогите их не остановить. Смотри внимательно. Ой-ой-ой, какая здесь, ребята, большущая дилемма-то у нас. Обалдеть просто-напросто. То есть, куда нам вообще тут надо стрельнуть? Вот сюда, да? Пойдет цепнуха. Никакой цепнухи здесь не будет. Ну, я все-таки попробую. Или вот сюда. Да чтоб тебя. Или вот сюда. Тогда кувшин просто разобьем. Как вариант, только вот сюда нам бомбануть. Давай попробуем. Так, понеслась. Ага. Отлично. Ну, здесь, в принципе, нам особо-то ничего и не нужно, потому что у нас совсем другая дорожка. Или мы можем с вами переместиться? Слушай, вот смотри, она подсвечена. Мы можем как-то перейти? Нет, не можем. Хм. Здесь в любом случае у нас не хватит здоровья пройти. Вот здесь вот именно. А как же нам тогда быть? Переворачивать я их тоже не могу. Хм. Ладно, ребята, судя по всему, мне здесь придется погибнуть, но зато мы начнем этот уровень с полным здоровьем и с полной энергией. Вот что я тебе могу сказать с точной вероятностью. Давай я вот сюда... Подожди. Я вот стрельну сюда. На? Так, предположим. И могу сшибануть вот в эту улитку. Но на самом деле мне нужно вот сюда бомбить. Давай посмотрим, что у нас тут получится. Ёлки-то палки, круто очень получилось. Очень круто, на самом деле. Смотри, мы уничтожаем. Классненько, я не ожидал, ребят, такого эффекта офигенного. И теперь у нас есть с вами подхил для нашего Платона. Естественно, мы убиваем, уничтожаем и проходим. Я так понимаю, уровень у нас будет пройден, да? Да, ребята, победушка. Хм. Неплохо рассчитал все.
И когда же мне дадут нового? Так, что здесь у нас такое? Мои датчики фиксируют образование крупной аномалии на планете под нами. Происходит что-то очень странное. О нет, изваяние, все пропало. Посол говорит. Что ты наделал? Ты обрек нас на смерть. Я очень стараюсь сделать так, чтобы меня это волновало. Но у меня не хватает мощности процессора на это. Мостик снова наш, летим отсюда подальше. Торг, приколист. Помашите ручкой, слизкие морды. И показал свою задницу. Внезапно моторы корабля отказывают. О да, скажите пока господину задницы. Мастер Торг. Очухался. Как им удается преследовать нас? Вообще-то мы не двигаемся. Эта аномалия на планете нарушает работу наших систем. Это работа капитана Черного Раковины и ее пиратов. Какого еще капитана? Она украла изваяние у вас из-под носа, звездные викинги. Нам надо спуститься на поверхность планеты и остановить ее. Мою подпорку украли? Интересно, как такое могло произойти? Один, направь нас вниз, мы вернем себе подпорку. О боги! Я боялся, что он это скажет. Все из-за подпорки какой-то. Ну что, у нас завершено, ребята, и основной квест, и дополнительный. И мы получаем с вами 250 золота. Так, поехали дальше. Корабль викингов, часть 2. Так, финальная разборка, мы с вами получаем койки. Так, и 250 золота плюс опыта. Так, повысить уровень любого викинга до 3. До 3. Ну-ка, давай посмотрим, можем ли мы это себе позволить. Обновление, шлемы. Да нет, по-моему, не можем. А может быть вот здесь? Текущие квесты. Ясно. Так, а у нас с вами есть золото. Давайте, ребят, посмотрим, что у нас тут продается в магазине. Так, сколько у нас голды? 870. Слушай, я думаю, что не будет лишним. А что вот это делает? Восстанавливает одну единицу, да, жизни. Фигня это полная. Лучше, конечно же, две. Купить, купить. Я купил? Да, я купил. Так, а это у нас одну энергию, да, дает? Слушай, я думаю, пригодится. Я думаю, пригодится нам это дело. И мы с вами отправляемся дальше. Я так понимаю, на новую планету, что ли, судя по всему. Внимание, после этой точки повернуть назад будет невозможно. Готовы ли вы совершить посадку на этой планете? Конечно, готов. О чем вы спрашиваете меня еще? Ох, елки-палки, планета улиток. Да, ребята, мы приземлились на ихнюю планету. Ну что ж, давайте наводить тут порядки. У нас, кстати, посмотрите, какая замечательная ракета. В виде бочки. Куда я могу сигануть? Так, победить соперников 20 штук. Встречающая делегация. Поехали, будем играть. А почему мне викингов-то не дают больше? Так, что у нас тут интересного? Ближе подобраться к аномалии я не могу, уважаемые. Она и так уже близко. Берегитесь, весь мой народ сошел с ума. Они не подчиняются приказам. Должно быть, это проклятие священного идола. Не волнуйтесь, ваша слизкость. Так нам даже больше нравится. Победить 20 соперников, я все понял. Улитка-хранитель сокровищ. Убежит, если вы будете медлить, а не уничтожите ее сразу. А мне нужно ее уничтожать на самом-то деле, а? Как вы думаете? Я не знаю, мне вот больше интересует, как там лучше здесь с вами пройти. Так, смотри, что у нас тут получается. Если мы, предположим, с вами сделаем... сделаем небольшой прикол. А будет он заключаться в следующем. Смотри, бомбим. Так, подожди, я говорю, бомбани. Да не, ты просто можешь просто ударить или нет? Ты что, вот, наконец-то все у тебя получилось. Так, теперь давай вот этого. Ну ты не можешь сзади, да, себя. Ясно, это плохо, ребята. Тогда давай, наверное, мы с вами сделаем вот так вот. Наверное, это было глупенько, да? Но вариантов-то не очень много на самом деле. Так, уничтожаем. Хорошо. Дальше у нас, смотри, что получается. Мы с вами вот этого вот
перемещаем сюда. Стреляем. Так. Хорошо-то как, отлично просто. У меня одна энергия, нужен ли мне... А, у меня не хватит ячеек, ребят. Поэтому бесполезно вот этот ящик бомбить. Единственное, что мы можем с вами сделать, это энергию восстановить. Вот сюда. А вот теперь я могу спокойно бомбануть. Так. Что это такое? Что это мы с вами получили? Можно посмотреть? Меняет местами два объекта. Не викинга. Ага. Это надо будет пос... Нет, не надо сейчас ничего делать. Да чтоб тебя, просто хочу отменить. Погнали, ребята, у нас следующий уровень. У нас задача уничтожить 20 противников. 20. Смотри, как здесь хорошо. Ой, как хорошо-то. Я сюда обязательно, ребят, должен бомбануть. Я вам серьезно говорю. Именно сюда я и шибану. Ах, сейчас будет бомбическая сила, смотри. По красоте, я считаю, что да. Так, давай дальше. Дальше мы можем вот сюда вот бомбануть. И я это делаю с великим удовольствием. Но. Так. Отлично, в принципе. Так, можем еще сюда вот бомбануть. Но стоит ли оно того? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Мы можем, смотри, как хитренько с тобой сделать. Я могу вот этого вот отодвинуть вот сюда. Раз. Могу еще разок, да, отодвинуть его. И стрельнуть. Тогда они здесь оба погибнут. И у меня не хватит энергии для того, чтобы... Хотя, в принципе, все будет отлично. Давай. Давай сдвинем. Сдвинем, подожди. Ну, сдвинул я его, да? Стрельну я, предположим, сюда. А там-то мы с вами потеряем очень много энергии. Жизненной. Жизненно важно, я бы даже сказал. Ладно, была не была, поехали. Так, уничтожаем. Хорошо. Энергии у нас нету. Мы можем поменять местами. Надо было раньше об этом думать. Поменять местами. А вот это что у нас такое? Соль. Викинг несет 2 единицы ущерба при следующей атаке. То есть мы можем сразу с вами бомбануть. Но здесь-то я справлюсь сам. Улитка меня вон так смущает. Вот это вот, ребята, улитка, она сейчас отнимет здоровье у меня. Да, целую единичку. И вот здесь тоже очень плохо. Скверно, я бы даже сказал бы. Так, 4 единицы здоровья у нас. Нам выгодно, ребята, бомбить их, понимаешь, бомбить. А что у нас тут получается? Получается, что я могу вот сюда садануть. Да, садануть сюда прекрасно получится, по идее. Ну-ка, проверим мою теорию. Ага, ага, шикарно, победа. Хм, я успел, ребята, бонус поднять или нет? Что-то как-то пролетело это все быстро довольно-таки. 20 монстров, что-то уж больно как-то быстро мы с вами прошли. Пройти уровень визит из Вальгаллы. Это основной квест у нас, 1500 опыта мы получим. Так, очень хорошо, поэтому мы двигаемся сюда с вами, да? Тут магазин. Так, пройти 3 этапа. Ловушка Град. Следующая миссия у нас называется Ловушка Град. Так, никаких новых тут нет у нас улиток? По-моему, нету. Так, смотрим, ребята, что мы можем с вами здесь сделать. Как лучше и эффективно. Если мы сюда стрельнем, да? Это бесполезняк будет. Это просто в холостую будет потрачена энергия. Сюда тоже бесполезно стрелять. А нужно? Самое удивительное, что нам нужно его убрать отсюда. Как нам это сделать? Поменять местами. Слушай, давай посмотрим, ребята. Кого, вот, например, сюда мы можем поставить. А ну-ка, давай посмотрим, как это вообще работает. Вот так. И вот. Это будет глупо. Да? Это будет глупо, по-моему, если мы сюда поставим. Ну да, это будет, ребята, не то, чтобы я хотел. А вот так вот. Что я сейчас сделал? Кто мне скажет? Я сделал ерунду на самом деле. Давай стрельнем вот сюда. Но. Так, хорошо. Если ты бомбанешь. Отличненько. Так, ты-то у меня что? Ты у меня подобьешь вот эту, да? Хорошо. Подбивай, мне пригодится. Что-то
Ух ты. Ребят, что-то новенькое я получил. А что это такое у нас? Заставляет выбранного монстра атаковать. Погоди, я не хочу пока это применять. Я хочу просто бомбануть вас всех. На изи. Так, мы сделаем, да? Вот этого подбить не сможем. Мы сможем только уничтожить эту улитку. Мы сможем только подбить эту улитку с вами. Хорошо. Давай сделаем. Так, так. Нам нужно пройти всего лишь 3 этапа, да? 3 этапа. Ладно, мы это сделаем с вами. Я надеюсь. Продвигаемся. Это был первый только лишь. Смотрим, что нас поджидает во втором. Если она сюда, так. Плохо, плохо это все. Мы можем... А мы можем вот эту вот поменять, да? Ведь можем же. Да, кстати, это будет не... А, у меня нет уже, кстати, замены. Нету замены? Тогда нам придется вот так вот бомбить. Но тогда тут будет очень много здоровья. Стреляем. Посмотрим. Так, так. Ладно, хорошо, предположим, ребята. Еще нам нужен один выстрел. Да подожди, ты не так-то делаешь. Нам нужно вот так сделать. Хоп, опа. Шикарно. Этих уничтожаем с вами. Минус. Минус. Так, улитка. Эту тоже мы бомбанем с вами. Хорошо. И стреляем. Ой, бомбим сюда. Воу-воу-воу-воу, цепнуха-то пошла. Пошла цепнуха. Так, ну что, мы можем с вами просто легко сделать кое-что. Вот так вот сдвинем, чтобы не мешалось нам. И просто пройдем с вами. Последний, 3-й уровень. Нам нужно пройти. Ох ты, а это что за цветочки? Источник золота. Нанесите удар, чтобы получить золотишко. Угу. Как вы... Вот стоите, вообще неудобно, ребят, на самом деле. Вообще неудобно вы стоите для меня. И как мне быть? Я же их не могу поворачивать. Нет, к сожалению, я их поворачивать не могу. А как мне тогда здесь быть? Ты посмотри. У меня здесь 4 энергии. Мне не пройти, даже если я очень сильно захочу, нахрапом не взять. Ну, предположим, я вот этот цветочек заберу. Предположим. Этого смогу отодвинуть, ребята, вот сюда. Так. Этот у меня стрельнет сюда, что ли, получается? Ну и все равно ерунда получится на самом деле. А если сюда? Этот заденет сюда, это сюда. Хм. Опять же ничего не выходит. Но мы можем с вами активировать одну штуку. Монстр будет атаковать. Монстр будет атаковать. Или же двойной урон. Или же двойной урон. Так, если соль для следующей атаки, то есть надо сделать тебе. Так. Теперь стреляем вот сюда. Так, ты бомбишь, ты должен уничтожить сразу. Так оно и есть, так и получается. Так, эту улиточку мы с тобой уничтожаем. Хорошо. И следующая атака. Ёлки-палки, а у нас-то тут. Хо-хо. А у меня-то хватит энергии-то своему-то этому пройти, викингу? Тору-то? Нет, по-моему, не хватит. Хорошо, давай проверим. Выстрелил, да? Ой-ой-ой, ну хотя, в принципе, да. Можно тут пройти, ребят. Так, далее что? Дальше нам мешается вот эта улитка. Хм. А как мне быть? Ну, стрельнет он сюда. Он отыграет свою роль. Толку от этого будет мало. Очень, ребята, будет от этого толку мало. Сдвигать нам тоже невыгодно. Наверх, если только его как-то убирать. А в чем разница? А, разница в том, что здесь 3 хп, а здесь 2. Сложно. Бомбанем. Потом добьем. Тут у нас хватит, ладно, здоровья. Предположим, хватит. Нет вот этой вот массовой улитки, которая бомбит на 4 стороны. И вот ее как раз нам здесь
И не хватает, как назло. Как назло, нам ее не хватает. Ну нет смысла сюда, ребята, бить. Надо сюда тогда бомбашить. Получается так, да? Ну или вот сюда, на худой конец. Давай бомбанем, наверное, сюда. Угу, толку от этого мало, я понял. И сюда. Так, погоди-ка. Если мы этого... Так, подойди сюда, пожалуйста. Если мы вот этого вот таракана передвинем вот сюда, я думаю, что должно хватить. Бомбанет. Там останется 2 здоровья. А 2 здоровья этого мало. Тут 4. Давай тогда, наверное, сделаем с вами вот так. Да? Теперь просто уничтожаем их. Ну, здесь, ребята, естественно, нам нужно... Так, у меня энергии... Нету энергии, к сожалению. А магазинчик-то будет здесь где-нибудь рядышком? Или как? Придется тратить. Придется тратить. Другого варианта я, ребят, не вижу. На самом деле он есть. Просто нужно очень внимательно. А если я буду здесь очень внимательно, я зависну здесь надолго. Главное, что у нас победа. Магазин мне нужен. Я хочу, ребята, отправиться в магазин, чтобы... прикупить себе каких-нибудь штучек. Но магазин... Ага. Повысить уровень любого бойца. Это я понял. Так. Таверна... Че дополнительный квест? Таверна. Не нанять ли нам еще викингов? Конечно, нанять. А где? Вот сюда, что ли, нам нужно идти? А ну, давай проверим. Неужели это таверна? Добро пожаловать, космические путешественники. Спасибо тебе, бабуль, но мне надо вот это купить. И... А что это за шлем? Защищает викинга от следующего нападения. Хм. Блин, как мне ячейку открыть? Слушай, ну тут столько вкусняшек. Мне энергия нужна и все нужно. Вот это тоже неплохой, да? И менять местами. А тут еще и дальше есть что-то такое. Наносит 2 единицы ущерба выбранному объекту. То есть орбитальный удар. Слушай, ну шикарно, шикарно. Твою ж налево. Ладно, я куплю, ребят. Куплю энергию. Мне... То есть 3 хпшки, да, и 2 энергии. А где нанять викинга-то? Что это у нас такое тут? Что это за миссия такая? Либо сюда можем пойти, да? Лучше принеси парочку зелий энергии. Вызов для стрелка. Пройти 5 этапов. Преобразователи какие-то. Требуется стрелок 4 уровня. Стрелок 4-го. Нифига тут, ребят, еще какие-то обязательные требования должны быть выполнены. Так, агрессивные улитки. Появляется ужасающий соперник. Пройти этапы, 4 штуки. Погоди, а где мне нанять еще одного викинга? Вот ты мне вот скажи на милость. Оу, таверна логова воров. Густав, Дарби и Иона. Рисковый хитрец, жадный хитрец и талантливый хитрец. Так, пассивные навыки активируются на 5% чаще. Получает 10% золота. Получает 20% опыта. Зашпись, ребята, я вам скажу. Талантливый хитрец. Активирует навыки на 5% чаще. Пассивные. А какие у него пассивные навыки, я не знаю. Жадный хитрец. Деньги как бы тоже нужны. Но и опыт тоже не помешает. Вот вы, ребята, меня задачили. Ну что, я не знаю. Давай Густава, наверное, возьмем. Пассивные навыки активируются на 5% чаще. Ладно, была не была, возьму. А, тут можно всех купить, что ли? Хм. Ребят, тут можно всех абсолютно купить. Нет, там написано что-то максимально. Так, нанять хитреца. 250 золотых я получаю. Так, а где мне его... Как мне его прокачать? Вот сюда я могу его поставить? Или... Так, вот он, хитрец. Но почему я его не могу... Первый шлем ни на что не влияет. Так, скиллы. У меня нет, ребята, да? Очков улучшения. Есть одно. Что я ему там изучил? Я что-то на шару, ребята, тыкнул и... А вот у него нету, у нашего Торка. Особый танк. А что тут у тебя? Навык толкания. Теперь можно использовать, чтобы перетащить предметы на соседнюю клетку рядом с викингом. А это... Ударяет по цели на соседней клетке, переносит ее на свободную клетку рядом и наносит 1 единицу ущерба.
Удар копьем называется. Хорошо, я предположим, ребята, улучшил это все дело. Как мне поставить нового персонажа? Пока что-то не могу понять. Торкс, кстати, получит третий уровень. Обновление. Двухъярусная кровать добавляет дополнительную ячейку для команды. То есть три. Ну, я не могу, ребята. Или это было просто так. Что-то здесь неладное. Что-то здесь нечистое. Понимаешь? Я почему-то не могу взять талантливого хитреца. Особый танк. Талантливый хитрец. Как мне тебя активировать, парень? Вот ты мне объясни. Как? Любитель ловушек активирует выбранную ловушку. Ну, а поставить-то как? Неужели нужна ячейка дополнительная? А, вот как. Или нет, или я путаю? Нет, я не путаю, все отлично, ребята. Блин, пока допетришь, как-то это все сделать. Фух, ну что, мы с вами отправляемся дальше. С вами отправляемся дальше. И тут у нас агрессивные улитки. Конечно, играть. Так, ну что, я думаю, что нам нужно опять же отправиться. А где мы? А, вот он магазин, ребята, вот магазин. Сюда мы заедем и прикупимся. Прикупимся хорошенько. Так, орбитальный удар. Наносит 2 единицы ущерба выбранному объекту. Купим с вами. Также купим, наверное, 2 единицы ущерба. Нет, 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 нет. 2 энергии. Так. Ваша сеть владеет лавками по всей галактике. Обалденно просто-напросто. И приобретем, наверное, с вами... Нет, все-таки я хочу еще купить 2 энергии. Все. Так, ну что, ребята, поехали. Как же меня этот уровень напрягает, а? Если честно. Играть, конечно. Что вы меня еще спрашиваете? Играть или не играть? Ну что, понеслась? Да? Так... Все это пропускаем, все нам ясно. И приступим. Так, активировать ловушку. Вот эту мы можем, да? Бам-бам-бам-бам. Так, давай активировать. Так, родной, давай. Смотрим. Все по красоте, да? Пока все по красоте, ребята. Что следующее мы можем с вами сделать? Пока вроде бы ничего. Можем просто здесь бомбануть. Так. Вот здесь мы можем переместить сюда. Даже я даже... Ах, ты все-таки одно повреждение нанес. Давай посмотрим, что у нас тут. Угу. Это, кстати, хорошая штука. Я думаю, нам пригодится она. Давай-ка мы с тобой бомбанем, наверное, вот сюда. Так. И еще бомбанем разочек. Ага. Расстреливаем. Так, по красоте. Дальше у нас... нам нужна энергия, да? Или не будем, ребят, тратить? Наверное, не... Ой. Ой, улитка куда смотрит? Куда, ребята, смотрит у нас? А куда ты... А куда ты делась? Наносит 2 единицы ущерба. Выбранной... Выбранному врагу. Да? Так получается у нас. Да что ты будешь делать-то? Отмена. Давай вот так вот сделаем. Хоп. Бомбанули, конечно, по Плуто, по бедному, по-моему. Так, давай мы, наверное, с тобой вот так вот сделаем. Четенько. Ты пройдешь. Ты пройдешь. А куда ты пройдешь-то? Бомби. Нормуль. Так, сместить. Да, ребята, почему бы и нет? Проходит. Ты у меня смещаешь его вниз. И мы все пробегаем. Вот так вот. Так, что здесь? Бомбить. Куда нам надо? Сюда, да, ведь? Наверняка нам нужно вот сюда вот шарахнуть. Разочек. Но. Ну, вроде более-менее, да? 4 здоровья. Если я... Да, да-да-да-да-да, надо вот сюда вот сверху теперь шибануть. Красиво, красиво, ничего не могу сказать против. Так, этих я уничтожу, этот у нас уничтожит почти всех. У него сколько? Одна энергия, да? Давай, ребята, здесь бомбанем разочек.
потратим с вами вот так, для того, чтобы бомбануть еще по кому. Да, в принципе, не надо ни по кому бомбить, не надо даже тратить энергию. Поехали. Вру, надо было. Надо было вот здесь тратить. Он же у нас имеет одну единицу атаки всего лишь-то. Ну. Так, ты прошел, да? Ну, а ты просто расстреливаешь. Бумс. Круто. Бум. Нормуль. Шикарно. Этот просто у нас уничтожает. У него две атаки, поэтому все отлично будет. Так. Все, проходим дальше. Сколько тут этапов-то у нас? Так. Давай внимательно смотреть. Давай внимательно смотреть. Нам нужно атаковать вот сюда. Хотим мы этого или нет, но нам атаковать нужно здесь. Поехали. Кусайте, кусайте, друг. Шикарно. Так, смотрим. Если я одну энергию потрачу сюда, фигня получится, да? Ага. Фигня-то может быть фигня, но сюда вот Плута. Плутон поставит его, будем бомбить. Хорошо. Давай сделаем так. Мы вот этого чудика вот сюда переместим. А? Шикарно, по-моему, я считаю, ребят. Так, у меня еще есть... У меня есть еще есть выстрел, да, хотел сказать. Ха-ха. Пришлось так сделать. Так, минус. Там просто, ребят, сундук. Я надеюсь, что в нем что-то будет хорошее. Что-то будет хорошее. Погоди-ка. А если мы его сюда вниз переставим, он будет атаковать, да? Два разика меня. Невыгодно. Нам это невыгодно. Очень сильно невыгодно. Так, двойная атака. Придется, наверное, ребята, сделать вот так вот там. Угу. Теперь, секунду, секунду. Теперь бомбим вот этого. Так, хлопнули, да? Забираем вот это все и проходим. Нам опять же досталась пивная кружка. Что здесь? Так, две энергии для активации ловушки. Сюда, да, шарахнет. Хорошо, давай мы сюда вот бомбанем. Так, вот сделаем. Далее что? Далее мы можем атаковать... А вот этого пойдет цепнуха. Давай сделаем. Замечательно-то как. Ух, крутенько. Так, подожди. Крутенько, да не крутенько. Две энергии у нас будет, да? Поехали. Один удар делаем сюда. И один удар делаем вот сюда. Или нет? Или неправильно я делать буду удар? Наверное, неправильно. Ой, неправильно. Этот у нас расчистит путь себе здесь. Выставить, если вот этого не получится сюда нам выставить. А здоровья нету, так что придется последнюю, ребята, энергию нам сюда тратить. Выстрел и выстрел, да, получается? Именно так все и выйдет. Сюда выстрел и вот сюда, ребята. Так, этот расчищает себе путь. Причем довольно лихо. Ты уничтожаешь этого, а ты вот этого. Все-таки задел, а? Мелкий прыщелыга. Ну давай, проходи. Победа, надеюсь? Есть, ребята. Блин, ну это жесть какая-то. Это очень сложные такие задания. Ну, тут действительно головоломки. Тут надо думать, думать, ребята. Густав, Торг и Плута. Не хватает нам опыта для повышения левела. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня пока достаточно, да? Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы обязательно увидимся с вами в следующей серии, если вы захотите. Кстати, здесь у нас... Какой-то новый корабль стоит.
А, здесь мы, скорее всего, сможем еще нанять одного викинга, нового какого-то. Но думаю, что в следующей серии, наверное, у нас это получится. Дай-ка я заеду в магазин, на всякий случай, все-таки что-нибудь да приобрету. И я думаю, что все-таки вот энергия это хорошо, ребят. Энергия нас очень хорошо выручает. Да? Хотелось бы, конечно, напалмик еще приобрести, но... Не знаю, наверное, все-таки я потрачу на энергию. Все. Или на сердечки еще тоже. Или на соль. Нет, все-таки на энергию, ребят. Так, ну что, друзья мои, на этом будем прощаться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. You got me too.